Глава республики рассказал и о другой карельской ферме, на которой родились породистые ягнята. Видео Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице ВКонтакте. Фермер из Сартовальского района Дмитрий Сапунов начал разводить дорперов черноголовых год назад. Он победил в конкурсе на получение гранта «Агростартап». Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» построил овчарню, приобрел оборудование и наращивает поголовье. Сегодня у него 70 животных. Недавно родились 13 барашков. Они уже окрепли, но все еще крутятся рядом с мамами-ярками.